2012 года торговая марка Timberg с радостью представляет вам серию уникальных электрических накопительных водонагревателей AquaJet. Специалистам торговой марки Timberg удалось создать недорогой накопительный водонагреватель, который впечатляет не только техническими характеристиками, но и экстерьером, оставляя далеко позади конкурентов. Внешний вид прибора разработан скандинавскими специалистами в области промышленного дизайна и не останется незамеченным. Накопительные водонагреватели Timberg выгодно отличаются на полке магазина и отлично вписываются в интерьер любой ванной комнаты. Изящные линии корпуса, дизайн в стиле хай-тек, комбинация двух цветов пластика высочайшего качества, ослепительно белый, который не пожелтеет со временем, и благородный серый. Все это накопительные водонагреватели Timberg серии AquaJet, и аналогов этому прибора на рынке вы не найдете. Так в чем же уникальная особенность этого прибора? В течение следующих нескольких минут мы постараемся это объяснить. В серию AquaJet входят 6 моделей. 3 модели для установки над раковиной с объемами внутренних баков 10, 15 и 30 литров и 3 модели для установки под раковиной, также с объемами внутренних баков 10, 15 и 30 литров. Первым существенным отличием является революционное покрытие внутреннего резервуара двойным слоем стеклофарфоровой эмали, которое наносится сухим способом, что позволяет избежать, в отличие от так называемого влажного нанесения, неравномерности покрытия накопительного резервуара. Но самое главное преимущество эмали Timberg в том, что в отличие от других производителей, в ее состав добавлены не только ионы серебра, но и ионы меди. Данная технология является по-настоящему уникальной, так как именно комбинация ионов серебра и ионов меди используется для антибактериальной обработки воды на космической станции. Еще одним отличием накопительных водонагревателей AquaJet является увеличенное количество индикаторов на лицевой панели. Если у аналогичных приборов индикации, как правило, вообще отсутствуют, то водонагреватели Timberg AquaJet могут похвастаться максимальным количеством индикаторов, необходимых для таких водонагревателей. Так, при включении в сеть ярко-голубым светом загорится полоска по всему периметру ручки терморегулятора, с помощью которой можно установить температуру или выбрать режим комфорт, который также выделен соответствующим символом на шкале температуры. Режим комфорт – это оптимальная позиция терморегулятора, которая соответствует наиболее комфортной температуре воды 58 градусов, наиболее эффективному расходу электроэнергии, а также при выборе этого режима достигается минимальное образование накипи, что в свою очередь продлевает срок службы прибора. И еще одним индикатором на лицевой панели является ярко-голубая лампочка, которая включается только когда идет нагрев и выключается, когда нагрев отсутствует. Все накопительные водонагреватели Timberg, в том числе и серия AquaJet, комплектуются увеличенными магниевыми анодами. Магниевый анод защищает нагревательный элемент и внутренние элементы водонагревателя от коррозии и образования накипи. В результате электрохимической реакции магниевый анод, постепенно разрушаясь и образуя катионы магния, связывает свободный кислород, что предотвращает коррозию. А также в процессе реакции образуются не твердые соли накипи, а мягкие, которые намного проще удаляются при плановом обслуживании накопительных водонагревателей. И это еще не все. Специалисты Timberg заботятся о том, чтобы эксплуатация накопительных водонагревателей была максимально безопасной, поэтому в качестве защиты используется система 3L SPS, которая обеспечивает защиту от перегрева, защиту от протечки и сухого нагрева, а также защиту от избыточного давления внутри бака. И самое главное преимущество водонагревателей серии AquaJet, которое оставляет далеко позади всех конкурентов, кроется в самом главном узле любого накопительного водонагревателя – в трубчатом нагревательном элементе. Дело в том, что для водонагревателей серии AquaJet используются нагревательные элементы мощностью 2000 Вт, в то время как в аналогичных приборах других производителей мощность нагревательных элементов для накопительных водонагревателей до 30 литров редко достигает 1500 Вт. ТЭН увеличенной мощности позволит вам получить горячую воду практически моментально. Если сравнивать водонагреватели серии AquaJet с аналогами, то первый нагреет воду на 25-30% быстрее, а время – это самый ценный ресурс. Если вдруг вам не хватит того объема, на который рассчитаны водонагреватели, то время ожидания следующей порции горячей воды будет сведено к минимуму. Потребители, которые выбирают водонагреватели Timberg, экономят не только время, но и деньги и делают правильный выбор, ведь Timberg – это умный выбор.